Дорогие друзья, наш праздник в самом разгаре. Красногвардейский район отмечает сегодня день рождения. Для жителей и гостей в парке организовано много площадок на любой вкус и возраст. Ярко и насыщенно встретили посетителей участники районной осенней ярмарки. Сельские поселения удивили разнообразием и изобилием урожая, осенних даров и продукции. В рамках осенней ярмарки сегодня проходили два конкурса «Осеннее изобилие» и «Королева осень». Коллективы сельских домов культуры подготовили участниц для оценки членами жюри и раскрыли темы разнообразия изобилия осеннего урожая в образе «Королевы осени». Давайте встретим бурными аплодисментами наших королев. Первой на сцену поднимается представительница Красногвардейского районного дома культуры Элеонора Журба. Встречаем аплодисментами наших прекрасных королев. Королеву из Хатукайского сельского дома культуры Ольгу Трегубенко. Поддержим аплодисментами участницу из Штурбинского сельского дома культуры Наталью Фисенко. Представительницу Садовского сельского дома культуры Александру Гончарову. Встречаем участницу из Белосельского сельского дома культуры Диану Гладунову. Тепло поаплодируем участнице из Еленовского отдела Еленовского сельского дома культуры «Маяк» Валентине Латипов. Встречаем королеву из Большесидоровского сельского дома культуры Татьяну Гвашеву. Давайте громче поддерживать аплодисментами наших прекрасных королев осени. Дорогие друзья, также сегодня в рамках районной осенней ярмарки прошел конкурс «Осеннее изобилие». В нем приняли участие сельские поселения Красногвардейского района. Все участники постарались на славу. Представители композиции из овощей, фруктов, цветов проявили фантазию и смекалку в оформлении выставочных зон. Для награждения на сцену приглашаются Анна Владимировна Выставкина и Екатерина Павловна Макина. Также в составе жюри работал Григорьевна Руденко. Добрый день, уважаемые жители Красногвардейского района. Глядя на вот такую красоту, на таких королев, вы теперь представляете, сложно нам было работать, нашему компетентному жюри. Мы обошли ярмарку, посмотрели наши продукты в эту выставку и были восхищены. Мы знали, как щедра, как богата наша земля красногвардейская. Но сегодня мы безмерно были удивлены. С этой сцены я хочу сказать огромное спасибо жителям Красногвардейского района за их трудолюбие, за их щедрость. И пожелать самое главное – это здоровья всем. И нам всем мирного, светлого, голубого неба и яркого солнца над головой. Спасибо.
И самый волнующий момент – это наше награждение дипломом Управления культуры и кино администрации муниципального образования «Красногвардейский район». Награждается Красногвардейский районный дом культуры, участник районного конкурса «Королева осень», посвященный празднованию Дня Красногвардейского района в номинации «Осеннее очарование». Элеонора, это твоя победа. Дипломом награждается Большесидоровский сельский дом культуры, участник районного конкурса «Королева осень» в номинации «Осенняя загадка». Дипломом награждается Садовский сельский дом культуры, победитель в номинации «Осенняя нежность». Дипломом награждается Штурпинский сельский дом культуры, победитель в номинации «Осенняя фантазия». Дипломом награждается Еленовский отдел Еленовского сельского культуры «Маяк», победитель в номинации «Осеннее вдохновение». Дипломом награждается Белосельский сельский дом культуры, победитель в номинации «Осенняя грация». И самый волнующий момент. Дипломом Управления культуры и кино администрации муниципальное образование «Красногвардейский район» награждается победитель районного конкурса «Королева осень», посвященный празднованию Дня Красногвардейского района, Хатукайский сельский дом культуры. Ваши аплодисменты нашим победителям. Также, друзья, на этом наши награды не заканчиваются. Дипломом Управления культуры и кино администрации муниципального образования «Красногвардейский район» награждается Большесидоровское сельское поселение, участник районного конкурса «Осеннее изобилие», посвященный празднованию Дня Красногвардейского района в номинации «Верность национальным традициям». Дипломом награждается Садовское сельское поселение, победитель в номинации «Самая креативная выставка». Дипломом награждается Красногвардейское сельское поселение, победитель в номинации «Верность национальным традициям». Дипломом награждается Хатукайское сельское поселение, победитель в номинации «Самая изобильная выставка». Дипломом награждается Белосельское сельское поселение, победитель в номинации «Самая щедрая выставка». И как я мог ее упустить? Дипломом награждается Еленовское сельское поселение, победитель в номинации «Самая яркая и красочная выставка». Дипломом Управления культуры и кино администрации муниципальное образование «Красногвардейский район»
награждается победитель районного конкурса «Осеннее изобилие» Уляпское сельское поселение. И ваши бурные овации, друзья! Мы поздравляем всех победителей и участников конкурсов. Радуйте и дальше всех нас своим гостеприимством и радушием. И, конечно, давайте сделаем совместное общее фото. И в какие бы мы ни уехали страны, безгранична к нему будет наша любовь. Здесь, над мирной землей, полыхают закаты, и красивый у нас розовеет рассвет. Наш любимый район молодым был когда-то, но сейчас излучает он зрелости свет.
мой, солнце колосков, район мой, золото плодов. Рай, он сады, леса, поля, красногвардейская земля. Сиду не гахала, уйфа зависает ночь. За того шляп хара должна паутку мануть, чтоб шаш поет. За того шляп хара должна паутку мануть, чтоб шаш поет. А ты хашат, а та шумата, днем его вали жанат. За кузову сырвавши нафта, вали горба молту сдавать. А ты хашат, а та шумата, днем его вали жанат. За кузову сырвавши нафта. Добрый день, уважаемые гости и жители Красногвардейского района! Сегодня мы собрались здесь, чтобы отпраздновать знаменательное событие – День Красногвардейского района. Этот день наполнен радостью, гордостью и любовью к нашему родному району, который стал домом для каждого из нас. Воздух пронизан атмосферой торжества, а улыбки на лицах каждого человека подтверждают, что мы все сегодня в полном единодушии. Год от года наш район стремительно развивается, преображается и становится еще более привлекательным местом для жизни. Он продолжает расти и процветать. Мы гордимся его достижениями. Оглядываясь назад, многое можно сказать об истории нашего Красногвардейского района. От основания до наших дней район пережил войну, кризисы и испытания. Но каждый раз возвышался над трудностями и становился только сильнее. Сегодня он яркий пример мудрости, силы и выносливости. Мы с уверенностью говорим, район – это не просто здания, улицы и памятники, а это люди, которые его населяют. Это каждый из нас, наша семья, друзья и соседи, создающие душу района, его атмосферу и общее благополучие, болеющие душой за свою малую родину. Именно поэтому День Красногвардейского района – это такой важный и особенный праздник для нас, где мы отмечаем не только красоту и его развитие, но и свою сопричастность к нему. Ведь у нас есть все, чтобы гордиться и быть счастливыми на этой земле. Ценные друзья и близкие, интересная работа, яркие мероприятия и возможности самореализации. Села и аулы нашего района милые, гостеприимные, родные. Такие разные и такие любимые. Говорят, что жизнь прожить не поле перейти. Каждый прожитый год не похож на другой. Каждый оставил в памяти зарубку. Сменяются поколения. Время и люди творят свою историю. С днем района, дорогие друзья! С праздником! Выхожу на родное Приволье, где вокруг расцветает земля. Это в нашем широком раздолье, где зеленеют луга и поля. Мы известны во всей Адыгее, ведь талантами не обделен. На эскорте ничуть не слабеет дружный Красногвардейский район. Красногвардейский, Красногвардейский, Красногвардейский.
гости! В этот особенный день вас приветствует первый заместитель главы администрации муниципального образования Красногвардейский район Александр Анатольевич Ершов. Уважаемые жители и гости Красногвардейского района, позвольте от имени главы Красногвардейского района Тимура Исламовича Бужокова и от себя лично поздравить всех с днем рождения нашего любимого Красногвардейского района. Начало яркой и славной истории Красногвардейского района положено в далеком 1924 году. Для нас это повод оглянуться назад и вспомнить все лучшее, что запечатлела память, а также подумать о перспективах развития района. Сегодня наш район обладает высоким потенциалом развития, возможностью для привлечения инвестиций в экономику и агропромышленный комплекс, социальную и туристическую сферы. На наших глазах преображается внешний облик района. Все более комфортными для жизни, труда, учебы и отдыха становятся наши села и аулы. День района – глубоко символичное для жителей событие. Это праздник, когда особенно проявляются преемственность исторических эпох, родство и близость поколений, незыблемость традиций, единство нашего многонационального народа. У истоков развития стоят подвиги наших земляков, ветеранов войны и тыла, людей, поднимающих наше хозяйство в разные годы. Мы ощущаем себя наследниками всего лучшего, что было в истории нашей родной земли, носителями богатой культуры, доставшейся нам от наших предков. У нас много талантливых, инициативных, трудолюбивых, умеющих работать и идти в ногу со временем, сильных духом и волей людей. И будущее района зависит прежде всего от нас, от взаимоуважения, поддержки и желания сделать его современным, комфортным и благоустроенным. Сегодня я не могу не сказать о тех событиях, которые происходят на Украине. Украинским националистам не сломить нашу веру, волю, любовь к родине, уважение к истории, памяти предков. Ведь так же, как и в далеком 1941 году, вся страна стала на защиту родины. Так и сегодня наши ребята, красногвардейцы, мужественно и с честью защищают родину от нового проявления фашизма. Дорогие друзья, в этот яркий день осени, наш общий праздник, от всего сердца желаю всем крепкого здоровья, благополучия, стабильности, твердой веры в лучшее, успехов в труде и творчестве, счастья, добра и мира. Сегодня мы чествуем всех тех, кто гордится работой своей. Всех тех, кто вне сердца частицу оставил. Всех тех, кто работал без меры и правил. Чей труд в труд района по капле вливался. Кто лучше и лучше работать старался. Говорят, социальная работа принадлежит к числу гуманных профессий. Это профессия как искусство, искусство человечности, искусство найти и открыть в каждом человеке веру в простые и главные ценности, в любовь к жизни. В эту инфраструктуру входят учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта, социального обеспечения, которые занимают значимое место в жизнедеятельности района. Это лишь малая доля той благодарности, которую заслуживают работники этих сфер своим созидательным трудом, человечностью, мудростью и стойкостью, отдавая свои знания и умения, свои души и сердца любимому делу. Для награждения благодарственными письмами муниципального образования Красногвардейский район и Совета народных депутатов муниципального образования Красногвардейский район на сцену приглашаются Хусен Исхакович Жолов, учитель физической культуры Хатукайской средней школы номер 2. Хусен Исхакович – мастер-педагог, профессионал, незаурядная личность и замечательный наставник для нескольких поколений учителей. Хусен Исхакович ежегодно участвует в соревнованиях по разным видам спорта и занимает призовые места. Для награждения приглашается Роза Гумаровна Васильевна, корреспондент муниципального предприятия редакции газеты «Дружба». Роза Гумаровна – профессионал своего дела, много лет отдала журналистике.
Ее публикации всегда интересны и узнаваемы. Роза Гумаровна передает свой опыт молодым коллегам и пользуется заслуженным уважением в коллективе. Для награждения на сцену приглашается Виктория Александровна Локтионова, социальный работник отделения социального обслуживания на дому государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея, Красногвардейский комплексный центр социального обслуживания населения. Виктория Александровна внимательна к своим подопечным, каждому относится с душой и пониманием. Отдав много лет профессии социального работника, Виктория поняла, что это ее призвание. С большой отдачей трудится в коллективе и пользуется уважением у коллег. На сцену приглашается Кристина Валерьевна Борисова, активист спортивного движения. Кристина Валерьевна награждается за высокие спортивные достижения и активное участие в жизни Красногвардейского района. Принимала участие во Всероссийском фестивале «Земля спорта» в городе Москва, а также стала рекордсменкой по удержанию камня на вытянутой руке. Дорогие друзья, так случилось, что спустя десятилетия над нашей отчизной вновь сгущаются тучи зла, ненависти и коварства врагов. Сегодняшние поколения наших земляков, как и в былые лихие времена, достойно отстаивают рубежи страны. Мы сильный, несокрушимый народ, а значит, сильна Россия своей верой и правдой, своими солдатами и гражданами. Видно в крови у наших людей вставать на защиту родной земли всем миром. Сильный народ России единый в своих целях. Сегодня, пожалуй, нет такого человека, который бы не стремился помочь нашим солдатам, участвующим в специальной военной операции. Люди объединяются для помощи и поддержки российской армии. В числе активных добровольцев и волонтеры Красногвардейского района. Они не остаются в стороне и не считают своим долгом помочь тем, кто сейчас находится на передовой. Эти люди тесно взаимодействуют с бойцами, их семьями, находятся в курсе тех проблем, которые возникают, и находят их решение. Для награждения на сцену приглашаются Бойко Николай Николаевич, житель села Белого. Бойко Светлана Азаматовна, жительница села Белого. Веревкин Дмитрий Анатольевич, житель села Красногвардейского. Безгубенко Евгения Александровна, жительница села Красногвардейского. И, конечно, давайте сделаем общее фото на память. Благословляет на подвиг.
святой. Есть высшая правда и высокая вера, и только в глазах матерей наших груз российские убой идут офицеры и жизни кладут за священную Русь. Вперед, офицеры, честь, воля и сила, это для нас не пустые слова. Вперед, офицеры, за нами Россия, и Волга, и Дон, Петербург, и Москва. Вперед, офицеры, за нами Россия, и Волга, и Дон, Петербург, и Москва. Непобедима Россия держава, непостижимая воля в ней есть. Служение отчизне, почетное право. Служение отчизне есть высшая честь. Не то песни славы, нет праведней веры, отдать за отчизну последний свой вздох. Под флагом российским вперед, офицеры, с нами победа, Россия и Бог. Вперед, офицеры, честь, воля и сила, это для нас не пустые слова. Вперед, офицеры, за нами Россия, и Волга, и Дон, Петербург, и Москва. Вперед, офицеры, за нами Россия, и Волга, и Дон, Петербург, и Москва. Россия, и Волга, и Дон, Петербург, и Москва. Вперед, офицеры, за нами Россия, и Волга, и Дон, Петербург.